Всем добрый день, канал Гетеклас, Андрей Щетников. И я хочу предложить вам одну задачку для размышления. Ну, что такое? Положительная обратная связь и акустическое самовозбуждение, я думаю, все вы знаете. Ну, на всякий случай, вот мы еще когда-то ролик на эту тему сняли, вот ссылочка. Вот у меня стоит на столе микрофон, динамик. Я включаю динамик, и он начинает гудеть. Все будет делаться так же, я в дополнение к этому буду. Возьму мундштук от блокфлейты и буду, закрою у него щель и буду издавать такой довольно странный и не очень громкий звук, кстати. Одновременно со включенным динамиком. Включаю. Цепь обратной связи возбудилась. А теперь мы делаем так. Добавляя звук, я вместо того, чтобы раскачивать всю эту систему еще сильнее, каким-то образом заглушаю обратную связь и динамик, если не совсем перестает гудеть, то гудит во всяком случае гораздо тише. Ну и вам предлагается объяснить это явление, как всегда, ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на YouTube.